и в огонь, и в воду. В этом сезоне у фанатов Южнинского «Химика» настоящий праздник. Команда впервые в истории украинского волейбола вышла в групповой раунд Лиги чемпионов. Правда, пока, увы, принцип – главное не победа, а участие в действии. 5 матчей, все поражения, из них 3 дома. Болельщики видят, чего не хватает. Мастерства соперники гораздо выше мастерства. Каждая команда представляет собой в нашей группе сборную мира. Нам пока не хватает уровня, но надеюсь, что в будущем мы будем давать более серьезный бой. Очередной соперник Игорь Горгонзола из Навары – вообще победители Лиги чемпионов прошлого сезона и трехкратные обладатели Кубка Италии. В их составе дорогостоящие легионерки из США, Сербии, Словении и Польши. Средний рост – 1,90 м. Неудивительно, что хозяйки уступили и набирали по 14 очков в первых двух сетах и 12 в третьем. For us, each match was very important to our trip in championship, so we have to start in the best way we can, and we did it. They gave us a lot of chance to make point, and we took them. Почти весь матч в составе подопечных Евгения Николаева на позицию блокирующего сыграла новичок. Американка Кес Браун с ростом 194 сантиметра, но даже ее прыти и опыта не хватило, чтобы справиться с лучшей командой Европы. I personally have a lot of emotions. I'm really excited to join this team. I know that this is a team with a rich history, and I'm just really excited to be a part of it. We're still kind of learning, and I'm still getting adjusted to the system, but I'm excited to continue forward throughout and play in the league. Not only for the victory, not only for the result, that is really important, because we maintained the chances to go for the second round in Champions League, thanks to victory, but I'm happy how we played, because as Christina said, we stay concentrated all the match, really focus with attention, because we knew that if you lose our concentration also for 5 minutes, we can risk. So I'm really happy because we stay concentrated for all the match. Заключительная игра «Химика» в розыгрыше Лиги чемпионов состоится 18 февраля в Германии против Штутгарта. Увы, но представительницы Одесской области потеряли все шансы на выход из группы. Дмитрий Богомолов, Валерия Абабина, Виктория Драмашко, телеканал «Репортер».